Пенсионного и социального страхования открыл в Сингушево уже 200-й центр общения старшего поколения в стране. Он также стал 8-м по республике и открылся на базе клиентской службы. По концепции проекта подобные центры должны открываться в отдаленных районах. Напоминаю, что в прошлом году первый центр мы в конце октября открыли в Дубенском районе, который граничит с Юлиановской областью. И сегодня Тингушевский район – это самый отдаленный районный центр и вообще территория района, которая граничит с Нижегородской областью, с Рязанской областью. В центре общения старшего поколения для пенсионеров подготовили несколько направлений, чтобы скрасить свой досуг. Занятия физкультурой помогут укрепить их здоровье, а в творческой мастерской можно заняться рукоделием и поучаствовать в различных мастер-классах. Но самая главная цель центра – это создание уютной атмосферы и укрепление общения среди пенсионеров. Представителям серебряного поколения такая инициатива по душе. Очень полезно для нас. Мы дома сидим, не работаем уже много лет. И поэтому нас активный образ жизни нужно вести, на люди себя показывать, выходить, общаться, общение здесь. И вот учим с Татьяной Ивановной навыкам рисования, мастерству. У нас Тингушев прославлен матрешками. И вот мы думаем, помощниками будем. Очень хорошо и вовремя. Вот. И ходим мы сюда часто, занимаемся здесь. Очень все хорошо, нравится. Центры общения и вообще то, что правительство в лице пенсионного фонда уделяет внимание именно старшему поколению, это очень важно, потому что точек соприкосновения, когда ты выходишь на пенсию, остается, в принципе, очень мало. Большое внимание в центре общения для старшего поколения уделили и тем, кто имеет ограничения по здоровью, ведь это не должно стать помехой к общению и получению новых навыков. Вы сами, наверное, заметили, что тут есть и пандус, все можно и на коляске подъехать. Все это очень, как бы сказать, ну, все обустроено. И вот именно людям с ограниченными возможностями можно сюда будет приехать и позаниматься, и, в общем-то, и пообщаться. Это самое главное, когда люди закрыты в квартире, в доме, и когда могут прийти в такой центр и пообщаться. После концертной программы в торжественной обстановке перерезали красную ленту. Это значит, что центр общения старшего поколения официально открыт. Затем всех гостей ждала небольшая экскурсия, где им подробно показали и рассказали, чем здесь можно будет заняться. После было подписано четырехстороннее соглашение о сотрудничестве. Валерия Новикова, Станислав Семин, Народные новости, Тингушевский район.